выявлено, что госпожа Пахомова Марина Евгеньевна загромождает городскую территорию придомовую дома номер 5 по улице 51 армии. Конструкция из стенки рабицы, сетки рабицы, ограждений, строительными материалами, шифером, бутом, деревянной конструкции, сараем, конструкция из шифра, шифра пластиковой, обшивки металлических труб, емкостью для воды летним душем. Сделана была фотосъемка. Чем нарушила пункт 18.2.1 правила устройства города Керчи. Ответственность за данное правонарушение предусматривается 152 статьей Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ранее вам 28 марта было направлено предписание, в котором все эти моменты описывались и предписывалось вам до 31 марта этого года устранить данное правонарушение, назовем это так. Эта территория всегда была загорожена. Это бывшая воинская часть у нас находилась. Вот она сейчас, вот эта пристройка, она сейчас разрушена. Все это самое. Ну, не то, что разрушено, там никто не проживает. Пристроена Ленмолу, там бывшая, в связи с этим. Вот. Эту территорию всегда ограждали, потому что там обрыв. Всегда был штакетник. У нас есть такой загорянский сосед, который лет 6, наверное, назад этот забор снял, на топку себе печку растопил, хотел дачку строить, я его погоняла. Потом там вот такие вот заросли, вот так все бурено, вся вот эта территория, я вам дала фотографию, вся была заросшая, там были и банки, и бутылки, и шприцы, и презервативы, памперсы, тампаксы, что хотите. Там пили, там кололись, там непонятно что, и в туалет ходили, и трахались. Я иначе не могу это назвать, вы понимаете, как хотите. Вот. Пришлось мне купить лично эту сетку за свои деньги и оградить территорию. Вопрос к вам такого плана. Вся эта конструкция, которую вы сейчас показали, да, мы как бы, не как бы, а я вот чисто по-житейски хожу в ваше положение и, в принципе, я вот понимаю ваше побуждение. Да, но есть закон, есть порядок. Вот. Вы согласовывали с кем-то вот, данное новшество ваше? По поводу чего? По поводу использования земли. Куда я ее использую? Как? Скажите. Этот сарай стоит 40 лет. 40 лет. Душ. Опять душ. Я вам говорю, что там, чтобы земля не сыпалась, вот такой фундамент сделали для душа. И кому он в воздухе мешает? Это же не какой-то сарай. Душ находится на душ-то находится на городской территории. На обрыве, да, который мы укрепляли. Давно это было уже до дороги обсыпалось. Душ вы укрепляли не только ради города, но и для себя. В том числе. Конечно, чтобы глаза у нас не вылазили на лоб, да. Чтобы это смотреть было прилично на что-то. Конечно, конечно. Но извините, вашу территорию. Не нашу. Городская, есть порядок определенный. Душ в законе. Да я уже говорила, что все равно 500 гривен стоит. Он еще, да ладно, кто его украдет, тот душ. Да, какие конструкции, объясните мне, вот будем засыпать. Мы поменяли, шифер лежит, вот соседка придет, скажет. Вы используете городскую землю, у вас какие-то разрешительные документы для этого есть? Вы опять мне, как я ее, душем использую? Да я уберу его, приедет муж, я не могу в состоянии полезть, не могу. Приедет муж и заберет, разберет его. Я вам объясняю, я приеду. Фиксирован проступок,
административным, которое предусматривается о том, что вы используете городскую землю, не имея на это соответствующих документов. То, что я кашу траву, что я ухаживаю, что я купила деревья, посадила, обрабатываю это все, сажу цветы. Может, не посадила, она высохнет, все-таки не там уровень, ваше домовладение загорится вместе с соседями. Сетку рабицу убрать, я там тогда дорогу просить не буду. По презервативам, по проституткам, вот эти по кучам кала, как им трудно сказать. Я не буду собирать презервативы и памперсы. Ставить строительных отходов. Это я вам объясняю. Надо взять будет хотя бы разрешение. Мы на временное правило. Правонарушение зафиксировано. Вы что, куча? Мы отрицаем. Подождите. Не только это. Это старые жители живут. Из-за сарая. Где у вас тут офис нету? У них там ничего нет. Вы что? Вы что, смеетесь, издеваетесь? Вы как... Я свет освещаю улицу, у нас ни одного фонаря. Вы какие драки? Как вы что на площади все тут надо? Вот и жили 408 гривен. Я не буду платить, я бы нам суд.